29 мая в 10 часов 50 минут велосипедист 87 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения и при этом управляя велосипедом «Стелс» по Печорскому проспекту, не справился с управлением велосипеда, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автобусом «Икарус». Посмотрите видеорепортаж с места этого происшествия. Да, стояли 4 машины где-то, да, легковые. Он шел за ними. Ну, те затормозили, они пропускали пешеходов. Угу. А он, как я понял, что он пьяный, он начал их объезжать. Не успел, резко повернул влево и врезался в мой автобус. Я же снимал. Покажите, где повреждение? Пули, я смотрю, пули. И он головой или плечом отсюда ударил. Вот здесь ударился головой? Да, и он сразу упал, схватил велосипед и бежать. А там его поймали на перекрестке, ехал скоро, развернулись его, поймали. Покупали? Да. Тут женщина подходила. Кредит брал. Кредит. Пояснила, угу. Что... Почему пьяные ездите? А я пьяный езжу, мне просто сестра попросила, я поехал в ДКР, ну, по ее просьбе. И все, я обратно поехал и столкнулся с автобусом. А сколько вы сегодня выпили? Полторашку всего. Пиво? Да. А почему вы столкнулись с автобусом? А я на остановке объезжал автобус и на встречку не посмотрел, и на встречке автобус был. И вы его не видели, да? Да, из автобуса, который на остановке стоял. Травму получили? Ну, ссадина только, все, ссадина. Угу. Столкнулись головой с автобусом и получили ссадину? Не с головой, по касательно просто. По касательно. Это не из автобуса. Хорошо, а как думаешь, в этом происшествии кто виноват? Наверное, я, потому что поспешил. Надо было остановиться и подождать. А пить можно было на дороге-то? Пить-то можно. Сложных правил-то нет по управлению этим велосипедом. Можно и пьяными, какими пикассами. Просто нам правила соблюдать.